Приветствую вас. Я думаю, что у вашей проблемы есть две стороны одной медали, которую нужно учитывать. Первое. Это то, что молодой человек, бывший ваш, действительно может что-то сделать с вами. Если такая вероятность есть, если такая вероятность реальна, то вам нужно заботиться о защите. Но реальной защиты, а не той, которую вы, увлекаетесь сейчас. Потому что то, что вы делаете сейчас, это не защита. Это ну, по сути, игра. Такая. Вот. Дальше. Ваш страх одновременно является и элементом угрозы, то есть вы чувствуете для себя в чем-то угрозу, и одновременно следствием того, что вы жертва, то есть ваша некая жертвенность. Соответственно, можно говорить о том здесь, что у вас есть некоторые трудности с личной ответственностью в том числе. И в этом направлении вам, на мой взгляд, нужно работать, чтобы вы учились брать на себя ответственность, учились не находиться в состоянии жертвы. Для чего, кстати говоря, возможно, вам нужно поработать еще и с выгодой, личной выгодой, которую вы получаете в этой ситуации, потому что, ну, в противном случае вы можете просто не захотеть выходить из этой ситуации, вы можете просто не захотеть что-то менять в себе. Вы можете не захотеть работать над переменами своими. Наконец, последнее, что я хочу сказать, это то, что вам кажется, что вот он вам что-то делает, это звучит как некая угроза, некое наказание, то есть есть такое вот ощущение, что вам кажется, что вас должны наказать, что вы достойны наказания. Ну, вот, есть такое вот ощущение, и, соответственно, если это так, то вот то, за что вы себя наказываете, по вашему мнению, можно и нужно себя наказывать, вот это следует прорабатывать, потому что, по сути, вы выступаете сами себе в роли палача, вот, в роли судьи, и, конечно, вся эта ситуация складывается не в вашу пользу, по пользу. Вот, ну, тут, конечно, по-другому и быть не может, в принципе. Вот. Ну, это такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Справляться с паникой не нужно, а вот раскрывать основы того, что вы паникуете, это вот вполне себе реальная задача и
цель, которую можно поставить и которой можно следовать. Следовать вполне себе адекватно и самое главное с пользой для вас. Всего вам самого доброго, удачи!